Психологическая идет атака. Че тут вылетел кто-то? Нет, блядь. Блядь, пишите, пожалуйста, блядь, в все каналы, если что. В метеоровский. Начали все тут? Я выкинул. Ага, всех выкинул, блядь, короче. Значит, вышли они. Черт, один не зашел или одного выбросил, сейчас начнется, смотрите. Ну чё, Лёх, написали? Они спрашивают нас, вы чё, вылетели, блядь, типа? Блядь, давайте. Встаем быстрее, плавишь на горосте. Паш. Они говорят, их тоже выкинуло вся. Ну тут, блядь, кучу докажешь, блядь. Пиздец, у меня зависли на загрузке выбора формы теперь. Логично. У меня такая шкуня. Это что-то новенькое, я такого не помню. Рандомная форма будет. Игра недоступна, блядь. Ну они опять вышли, блядь. Что за пидорасы, блядь? Ну скажите, ну блядь, играйте без капитана, ебать нахуй. Пусть видеозапись предоставят, что они не выходили. Не приняли приглас, поэтому такая хуйня. Приняли тогда. Обла, не забудь. Шэдоу. Да я с ними тут переписываюсь, блядь. И мне досталось даже. Про Фортуна 0-0. Здравствуй, последнее место. Если сегодня не выиграем, ничего не стоит. Выиграем. Ну, пиздец. Опять-то хуйня. Давай перезайдем.
Мне кажется, они приглашение не принимают, поэтому висит этот хуйня. Нет, если приглашение не принимали, оно вообще не это, блядь, не запускало. Ну, сразу выходит. Какую-то фигню знать. Че, может, перезайдем, дружник? Я вышел. Ну, я пишу стрим, если чё. Да я пишу, а ты докажешь что-нибудь с него? Ну, а чё, чё-то доказывать? Ну, не соединяет, окей. Не факт же, что это именно ничего делать. Тормозить игра. Короче, пусть соглашаются на 3-0 все. Факт, что они, блядь, 16 минут до конца. Они говорят, приглоса нету, блядь. И не приходит приглос. Чё, ты зашли там все или? Как мне не приходит приглос, если загрузка формы? Встаем. Мы, похоже, двое перезашли. Походу, да. Я выхожу. У нас сейчас прогрузится все. Пошли они нахуй, они говорят, блядь, мы сейчас кинем, блядь. Идут в пизду, блядь. Мега, встань. Что-то пошло не так. Не получилось, не протонуло. Он, видишь, пишет, подключение соперника к товарищескому матчу, блядь. Загрузка выбора формы и пиздец. А, во, наконец-то. Какой пиздец, блядь. Коннект хороший, блядь. Коннект просто, походу, будет охуительный, блядь. Сегодня мы на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Добро пожаловать домой в Севилью. Цезарщиков нету, выманивает. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Левым флангом. Готовые комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Очень уверена защита. Зажимаем эту атаку. Не смогли они мяч удержать. Я же смотрел. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Дим, далька. Блядь, могут хозяева подать сейчас. Ну что это было вот сейчас? Хороший прессинг соперник. Блядь, ладно, показывает. Все, я молчу, но... Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Просто вот великолепно он было, в этой ситуации сейчас разобрался и мяч перехватил. Переходят они в атаку. Отличный чистый отбор. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Блять. Ну это цопа пас, блядь. Поближе, они остались с мячом, так что можно продолжать игру. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Играют они в пас. Хороший удар, но рядом со штангой. Один стоит.
Закидываем. И как он дальше мячом распорядится? Мяч на угловой уходит, был рикошет. Так, второй ЦЗ назад, СОП назад. Ты же мне налево стык. Так, на дальнюю сейчас. Ген, ты сейчас забегай вперед, а на дальнюю Коля пускай открывается. Что-то за что? Да хуй знает, да похуй ты. Да я не поставил синяки обла. Ты? Давай. На коротке угловой разыграли. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Есть на фланге пространство. Есть поддержка здесь. Касурла Гонсалес. Через одного игрока атака сейчас развивается. Теряют они мяч. Резон, не ходи сюда. Давай. Блядь. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Без мяча остаются они. Спокойнее давайте. Что-то. Да, блядь. Пишу. Не получилось у них мяч удержать. Первый тайм. Перевод. Брат. Не поздно, блядь. Мяч у соперника теперь будет. Интересно, куда хорош. Дальше мяч пойдет. Ибрагимович. Играет он на партнера. Так, только не останавливается. В последнюю секунду мяч выбит. Будут вбрасывать мяч из-за бокования. Ген, дальше туда откроется резюм. Далька. Можно сделать навес. Mm-hmm. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отвести. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Могут навесить хозяева. Какой финт. Великолепно. Здесь защита справляется. Мяч за боковую уходит, будет аут. Подкрутка ебучая, блядь. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Катают они мяч. Понял. Пустили много бега. И разрезающий пас на ход. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Хуй, Дим, по беговой дорожке ебашит, блядь. Давай, встречай. Вперед он тащит мяч. И как пробил. Есть! Красавцы, блядь. Удалось им свою настырность и постоянное давление на соперника перевести в результат. По-настоящему трудовой гол, а не забить. 1-0. Сейчас будет веселее. Ты думаешь, я ворота сбрасываю? Зад. Право, лево, лево, право. Лево. Ну не беги ты вверх уже. Глик. Пас на фланг. Нарушение правил, за такое судья может карточку показать. Отдай мне. Отдай мне. Хорошая это. Позиция для подачи в чужую штрафную. Так, второй ЦЗ назад. Мелкий. Так, Колян, давай вот сюда. Со скидочкой. Раз, два, три. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Есть кому в атаке помочь. Блять. Не дает добраться до мяча соперник.
Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Атака остановлена, но кто получит мяч? Встречаем. Сезон борот ниже. И место есть на фланге. А мяч уже у соперника. Не надо, не надо, не надо. Ну, блядь, ну... Да уже куда? Отличный вынос. Цап. Не получилось у них мяч держать. У тебя есть форвард, блядь, в дырке уже стоит, Вань. Ну смотри же. Удар по воротам. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Почему с ним не было никого? Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры. Вообще. Просто, блядь, пиздец какой-то. Как мы атаковать собираемся вообще, в принципе? Два из восьми у меня, блядь, передач. Охуенно. Дим, у тебя 6 из 10, блядь. Ну чё, мы блядь, сейчас не выводим туда нападающих просто. И всё, из центральной зоны. Пара-пара-пам. Пу-пу. Да, блядь, собраться нахуй на каких-то странных, блядь, 17 минут. Мы не можем нихуя. Это еще мудаки, блядь, полчаса там собирались, блядь. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Давайте активнее там впереди, блядь. Касорла Гонсалес. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. И тут может что-то получиться. Отдает он передачу. Да пошел ты. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч потерян. Это, блядь, мяч у меня уже хотел. Хорошо, на перехвате сыграно. Мяч уже у другой команды. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Куда, блядь? Ближе, ближе, ближе к мячу все. Касорла Гонсалес. Меняют они стороны атаки. Опасно тут может получиться. Подать могут хозяева. Следует скидка. Здорово защитник играет. Да. На желтую тут вполне наиграл. Это предупреждение. Позиция очень удобная для штрафного. Отличный шанс, чтобы забить мяч. Отдает он мяч партнеру. Здорово он этот удар накрыл. С ближним угловой разыграли. Ходит мяч у них. И вот удар. Опасно! Гол! Пока на поле только одна команда. Счет на табло это очень точно отражает. Джагел. Мяч за боковую уходит. Играет он на партнера. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Свисток, штрафной. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную.
Арест тут должен последовать. Спасает в этом эпизоде команду голкипер. И может как-то поменяется теперь его игра. Думаю, очень скоро мы... Есть адрес у этой передачи. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. И как он дальше мячом распорядится? Не получилось у них мяч удержать. Здесь он попадает под прессинг. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Есть вариант для паса. И это должен быть гол! Чуть еще один не забил. Блин, ну тащу, очень удачный пас прямо в ноги соперника. Куда мне встать? Да, это... Не на ускорении, по крайней мере, бить. Я не на ускорении, да. А как тогда пас не доходит? Обычный, блядь, пас в ноги. Самый обычный. Пас на фланг. Хорош он в отборе, будет аут. И мяч у соперника. Плохо аут исполнил. Основное время истекает через 20 минут. Арбитр назначает штрафной. Как же здорово он играет в пас. В пас он умеет играть, и сегодня очень хорошо это делает. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча у них. Послушайте стадион сейчас. Очень недовольны болельщики их игрой сегодня. Ничего не получается, и они разочарованы вот такими действиями игроков. Отдает он передачу. Как здорово он игру читает. Видите, как они... Четверть часа еще играть команда. Грамотный пас, все по делу. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. У нас тоже есть не сильно слышен удар, и мяч у вратаря. Так он, блядь, вылетел или вышел, пока не разобрался. Блядь, очень хорошо он игру читает, мастерски. Все в рамках правил, можно играть. Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. Ап! А, нет, все уже. Мяч у соперника теперь будет. Можно провести контратаку. Ходит мяч у них. Пройдет тут навес. Отдает он мяч партнеру. Отличная игра в отборе, но будет угловой. На коротке решили разыграть угловой. И бьет он. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. И разыграть решили угловой. Играет в пас команда. Навес в штрафную. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Вперед он мяч тащит. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Какой момент! Нужно бить! Прекрасный гол! Похоже, они сами понимают, что этот гол мало что решает. И спастись им уже вряд ли удастся. 3-1 счет. Результативный да, получается момент, матч. Короче. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Сейчас полетит, пацаны. Короче. Играет он на партнера. Я обработал. Вот подает. Через пас угловой разыграли. Ой, твою мать. Паша же нет. И мяч потерян. Половина назначена. Бля, я их назначал на все матчи. Отличное видение игры. Когда очень здорово он в перехвате начали сыграл. Начались перезаходы, блядь, да. Закинуть.
Дальше бегу. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Ну что же, игра завершилась. Финаль. Играли пиздец просто. Ужасно. Ну да, то мы забили. Особенно центр, блядь. Защита что-то у нас там, блядь, не сыграла. Мы, наверное, блядь, тренировочных больше игр, чем все, блядь, в лиге сыграли. Может нахер этих КЗшников на полузащите, блядь. Играли раньше нормально все. Композиционные ошибки, блядь. И подсовывание, блядь. Блядь, в штрафной, блядь, подсунет КЗшнику мяч. Нахуя, блядь, выбить. Они ничего не колят. Хороший удар, но рядом со штангой. Отлично спрессинг. И как пробил. Есть гол! Прессинг в действии. Удалось им свою настырность и постоянное давление на соперника перевести в прессу. Охуеть, он там за Коли выскочил, блядь. Удар по воротам. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться. Входит мяч у них. И вот удар. Опасно, гол! Да, второй раз. Пока на поле только одна команда. Счет на табло — это очень точно атака. Все понял. Хорошо, вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Какой момент! Нужно бить! Прекрасный гол! Похоже, они сами понимают, что этот гол мало что решает и спасет. Ну гол-то забили. Заказал.